Добрий день, шановні друзі. Незважаючи на те, що мій сьогоднішній співрозмовник театральний режисер, його ім'я добре відомо не лише тим, хто знає і любить театр. Жорсткий і затятий конфлікт із екс-міністром культури України Оксаною Білозір зробив його однією з найпопулярніших фігур в сучасній українській історії. Сьогодні у нас в гостях народний артист України. художній керівник та генеральний директор Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайло Різнікович. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Очень рад вас видеть. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Мне уже сказали инсульт, инфаркт, э, при смерти. Да. А все-таки пришли сами, да. Попытался. Попытались. Знаете, попытался, да. Вы знаете этот конфликт, который уже стал притчей в языцах и о ком, о котором не писал только ленивый все-таки требует какого-то итогового осмысления. Мне так кажется. Потому что он вышел за пределы э, узкотеатрального конфликта и стал конфликтом политическим. Я знаю, что вы тяжело его переносили. Я знаю, что вы слегли в больницу. Мало того, мне по секрету сказали, что в этой самой больнице вы вдруг встретили не кого-то там, а саму Оксану Владимировну Белозер. Все таки было. Как это происходило? Ну, как происходило? Мы столкнулись с ней в коридоре, я после кардиограммы, она шла тоже на какие-то манипуляции. Мы остановились, она меня остановила, и мы очень мило поговорили. Она не спросила вас, почему вы здесь? Нет, она спросила, где я лежу. Я сказал, что мы товарищи по несчастью. Вот так мы разошлись очень дружелюбно и мило. Как в песне, встреча была коротка. Да, да. Михаил Юрьевич, вы знаете, тысячи киевлян и жителей других городов Украины и Союза знают вас как блестящего театрального режиссера, как художественного руководителя театра Леси Украинки со всей его многолетней и славной историей. Почему произошел этот конфликт? Что случилось? Вы что-то окрияно поддерживали Януковича, вы были его близким другом вы вступили в какие-то противоречия с действующей властью. Что произошло? Вы знаете, я, честно говоря, немножко теряюсь в догадках. У меня, конечно, есть внутренние, так сказать, соображения, почему это произошло. Но, видите, я был доверенным лицом, действительно, Виктора Федоровича Януковича, хотя я с ним лично не знаком. И я стал доверенным лицом его только потому, что правительство Януковича, увеличила очень серьезно заработную плату всем 23 национальным учреждениям культуры. Всем. И поэтому письмо в поддержку Януковича подписали все руководители этих учреждений. И там и балет, и опера, и драма, и другие, и хор. И это естественно, вы знаете, потому что 10 лет вот, мы все пытались чтобы обратили внимание на абсолютно бедственное положение актеров, не только актеров, а работников театров. И если это правительство это сделало, то, естественно, грех было не поддержать. Но при нищей культуре это абсолютно естественно, я да. бы сказал так. Это естественно совершенно. Вот мы это сделали. Что же касается театра, то в театре каждый решал, как он хочет. Я ни на кого не давил. У нас очень много молодежи было на Майдане. Они приходили и говорили, а мы вот за Виктора Андреевича. Я прекрасно. Но это никак не влияет на нашу жизнь театральную. У нас вообще в этом смысле полная толерантность. У нас работает замечательная актриса, с которой я в очень хороших отношениях. И сделали мы с ней много ролей. Народный депутат, член ЦК Коммунистической партии Украины Валерия Гавриловна Заклунная. Мы просто не говорим с ней о политике, а говорим о творчестве. И вы знаете, нам это очень здорово удается. Михаил Юрьевич, тем не менее, когда начались первые поползновения против вас, я помню, как вы позвонили мне и сказали, что с тревоженным голосом, что в театре русской драмы работает прокуратура. Я подумал, что я ослышался, я переспросил вас, не может быть в театре русской драмы прокуратура, это невозможно. Это не место, в общем-то, как мне кажется, для работы прокуратуры. Вы, тем не менее, сказали, что это так. Потом стало еще хуже, в театре работало много проверяющих организаций. И все-таки у вас есть свои догадки. Скажите, почему? Нет, ну, вы знаете, я думаю, что э, была какая-то задача такая. Если честно, то была честно. команда ФАС. Чья? Не знаю. Но была команда ФАС, чтобы прежде всего меня убрать. Вот. И поэтому пошла Генеральная прокуратура, работала она месяц. Месяц. Э, практически ничего не нашла, очевидно, но написала определенное положение, определение, причем Министерству культуры, а не нам. И на основании этого определения Министерства культуры Оксана Владимировна Белозир дала приказ о моем увольнении. Я был уволен по приказу за то, что я недостаточно следил за действием моего заместителя – в заключении договора об аренде нашего общежития, части нашего общежития. Вот. Ну, вот, собственно говоря, и все, что могли высосать генеральная прокуратура из того, что у нас было в театре. После этого, значит, в театре работало управление борьбы с экономической преступностью, главкро Украины, налоговая инспекция, Потом это дело передали в Шевченковскую районную прокуратуру. И, в общем, мы захлебывались в этих проверках. И проверки эти кончились ничем. Потому что на 29 страницах акт главкро Украины нет нарушений. И по аренде нет нарушений. И по строительству нет нарушений. Кроме этого, в это время уже вышло постановление Голосеевского суда города Киева, в котором было сказано, что все действия должностных лиц театра Леси Украинки, что касается вот вопроса об аренде, они были справедливы и шли по законам Украины. Вот это все и длилось вот все это время. Насколько я понимаю, команду ФАС дают в двух случаях. Либо если не нравится человек, занимающий определенную должность, либо если на эту должность есть другой человек. Что было в вашем случае? Вы знаете, я не знаю. Ну, так сказать, тут возникли э, идеи о том, что театром должна руководить Ада Николаевна Роговцева. Может быть, кто-то э, из вышестоящих лиц дал ей э, гарантии. Эти, может быть, это было. Э, может быть, и это было. Вы знаете, как, этим, как вам не знаю. кажется, вы много лет знаете Аду Николаевну, ей самой э, в ее положении, в ее возрасте, в ее положении снимающейся, очень много и успешно снимающейся актрисы в России, ей нужно было руководить театром русской драмы? Она хотела этого, на ваш взгляд? Ну, по-моему, да, потому что я читал ее интервью в газете «День», где она очень активно говорила о том, что она хочет руководить, что она хочет возродить в театре что-то, что у нее есть программа своя. В общем, это, по-моему, этого 6 мая было такое интервью в газете День, и я думаю, что, ну, судя по тому, что написала, она хотела. Вы знаете, мы не первый раз с вами беседуем в эфире, и каждый раз я задаю вам один и тот же вопрос, да, я на ждал, который вот вы его задаете, на который вот я подошло время, на который вы никогда мне не отвечаете. Я вам еще раз его задам, а вдруг сейчас вы что-то скажете? вы и Роговцева. Что произошло между вами, из-за чего эта актриса, народная артистка Советского Союза, любимица киевской публики, вынуждена была уйти из театра? Что произошло? Вы знаете что, для меня это все тоже загадка за семью печати. Потому что нет на земле режиссера, который бы с Николаевны сделал столько ролей, сколько я. Я подсчитал 11 или 12 ролей. Причем каких? Да, из них восемь сольных, в которых она замечательно играла, и удача была очень сильна. Они были безумно удачные. Вот. Когда я пришел 11 лет тому назад руководить театром, то Ада Николаевна сразу ушла из театра. И потом она много говорила, что ее не удовлетворяю я как режиссер, что я не философ, что я скучный, что я все время делал из нее ученицу. Но для меня это было вот только последние 10 лет, потому что мы работали вместе лет 25. И Ада Николаевна могла совершенно спокойно уйти от работы со мной и не играть в тех спектаклях, в которых вот, ну, я ее занимал. Вот. Поэтому мне сложно это сказать. Я не понимаю еще и другого. Вы знаете, из театра, поэтому я не понимаю мотива. Может быть, вы понимаете, может быть она хотела большей свободы. Не знаю. Потому что эта ситуация вообще ненормальна. Дмитрий Ильич. Ну вот Алиса Фрейнлих, она работала 35 лет в театре Ленсоветова у Владимирова. И ушла после этого Георгий Александрович Товстоногову. Армен Борис Чигарханян 35 лет работал в театре Гончарова, в театре Маяковского Ленковная. и ушел. Но в страшном сне нельзя представить, что уйдя Фрейндлих или уйдя Джигарханян, они немедленно захотели бы выкинуть Владимирова Игорь Петровича. Или Гончарова. Или Гончарова Андрея Санча И самим, то есть Фрейдлих или там Джигарханян, стать руководителем театра. Джиханян действительно создал свой театр и своих учеников. Маленький театр, которым он и сейчас вот, руководит. Поэтому это в страшном сне нельзя придумать, чтобы через 10 лет после того, как Фрейндлих или Джиграханя ушли из театра, они заявили в печати, что там Владимиров или э, Гончаров украл у них десятилетие. Насколько... То, что Ада Николаевна заявила в этом интервью э, вот, 6 мая. Для меня это все э, запредельно. Просто. Насколько я знаю, в советское время такие актрисы, как Ада Николаевна Роговцева, как Валерия Гавриловна Заклунная, пользующиеся поддержкой власть придержавших а, придержавших, а в коммунистические времена мы знаем, что такое была поддержка этих людей, они руководили режиссерами, они руководили жизнью театра, они выясняли между собой отношения, они делили коллективно разные группы и лагеря. И когда этот тип отношений отошел в прошлое, может быть, Ада Николаевна, да, может быть, Ада Николаевна почувствовала себя неуверенно? Вы знаете, что может быть. Хотя я тут должен сделать одну поправку. Что Валерия Гавриловна Заклунная никогда не руководила театром. Она никогда не делила на своих и чужих. Она приходила в театр, работала и уходила. А Ада Николаевна Ада руководила? Николаевна вовсе, ну, конечно. Ада Николаевна была э, много лет секретарем по организации театра. Вот. Она влияла на политику, безусловно. И вами она руководила? Нет, мной сложно руководить. Вам она мешала в советское время? Нет. Ставила мне палки в колеса. Никогда, вы знаете, никогда не мешала и никогда не ставила никаких палок в колеса. Я вам задам неприличный вопрос. Близкие люди к театру говорили мне, что у вас роговцевой был длительный роман еще в советское время. И ваши испортившиеся отношения после этого – это уже следствие каких-то обид женщины Роговцевой к мужчине Резниковичу. Да никогда в жизни. Это все, значит, надо выяснить за люди врут? Конечно, естественно. Романа не было. Но начинается. Нет, вы знаете, есть вещи, которые просто о которых нельзя говорить. То есть Роман но, был, но вы не хотите нет, об этом я говорить. Я не хочу вообще отвечать на этот вопрос. Так. Я хочу сказать, что все годы, когда мы работали с Адой Николаевной, никогда никаких конфликтов у нас не было. Но, очевидно, с годами, вы знаете, вот я прочел ее интервью, и, и мне стало горько, потому что личность куда-то, ну, мягко скажем, движется. Потому что Есяда Николаевна, например, вот в этом интервью 6 мая да, заявила о том, что она хочет сделать другой театр. И вообще зрители ходят на имена. Ну, это правда. Нет. Нет, Дмитрий Ильич. Это правда в шоу-бизнесе. Это правда в антрепризе. Это неправда в хорошем, серьезном, драматическом репертуарном театре. Зритель ходит в драматический репертуарный театр на хороший спектакль, на сердечный спектакль, где все играют вместе. И раньше Ада Николаевна так и играла. У нас был спектакль, где она играла 18 лет. Вот она играла, и это был хороший спектакль. Но она играла главную роль в «Матушке Кураж» и провалила эту роль и провалился спектакль, и никто на Роговцева не пошел. Она играла в спектакле «Благодарю» юбилейном своем спектакле, который ставил ее сын, и никто на нее не пошел. Не ходят в репертуарном театре, идут на душу спектакля, а не на актера. А в антрепризе, поэтому то, что она написала, это плюс к вам перфект. Это давно прошедшее время. Михаил Юрьевич, я не спрашиваю, обидели ли вы актрису Роговцеву. Как вы считаете, обидели ли вы женщину Роговцеву? Никогда в жизни. Я безумно интеллигентно к ней относился. Мало того, должен вам сказать, что в ее юбилей, вот когда он был лет восемь тому назад, может быть, единственный почти театр, который ее поздравил, это наш театр. И я в газете «Факты» в день ее вот, юбилея опубликовал очень большую, серьезную и хорошую статью о ней. Иной вопрос, иной вопрос. И вопрос серьезный, мне кажется. Почему? Подавляющее большинство, да все 99% тех артистов, которые работали с ней, были против того, чтобы она вернулась в наш театр. Почему? Но этот вопрос? Нет, на этот вопрос я отвечать не буду. Я думаю, что Ада Николаевна должна задать этот вопрос себе сама. И, в, и те же артисты очень хотели, чтобы я руководил театром дальше. Вы знаете, для меня было две неожиданных вещи в этом конфликте, который шел. То, что поднялся Первое, театр, то, что поднялся весь коллектив вот в мою защиту, даже не в мою защиту, очевидно, он поднялся в защиту того направления. Ну для актера которому... удивительно. Да, это удивительно, удивительно, потому что когда снимали Фроса, не подня... были два, два лагеря. Когда снимали Льва Ханохина, было два лагеря. Когда снимали даже Юрий Петровича «Любимого». да, с любимым, непонятная история, было два лагеря. Всегда сталкиваются и актеры по выражению Андрея Александровича Гончарова, замечательного режиссера, начинают грызть кость каждый в своем углу. Поэтому то, что коллектив вот так резко выступил и принципиально, это... Ну, очевидно, Виктор Степанович Черномырдин по телефону мне тогда сразу сказал. Но это ваша главная заслуга, Черный Михайлович. Вот это было. Вот это проблема. Я попытался ответить на ваш вопрос. По Максимально откровенно. Максимально откровенно, да. Насколько я знаю, у вас, несмотря на то, что театр, как вы говорите, так поднялся и это правда в вашу защиту, у вас остается конфликт с еще одной актрисой театра красавицей Ольгой Сумской, народной артисткой Украины, заслуженной артисткой Украины очень красивой женщиной, которая весьма раскручена в шоу-бизнесе, которая появляется на телеэкранах, снимается в кино, которую хорошо знают практически все. Тем не менее, она оказалась вне театра или театр оказался вне ее. Трудно сказать, что легло в основу этого конфликта. А кто такая Сумская? Вот вы сказали, я знаю Сумскую, представителю шоу-бизнеса. Я знаю Сумскую, которая участвует во всех презентациях. Я знаю Сумскую, которая демонстрирует моды и обнаженная нога до колена и выше. Что касается театральной актрисы Сумской, я вам могу сказать только одно. Это актриса единственная, которая получает заработную плату в театре незаслуженно. Потому что Начиная вот с 1994 -го года, она систематически уходит от работы, нарушает трудовую дисциплину, и это доходит уже до клинических моментов. Потому что если она может взять бюллетень, мы отменяем спектакль, а в эту ночь она всю ночь поет в каком-то казино для денег, а мы об этом узнаем потом в газетах, что за это одно она должна уходить из театра. Я тогда вас понимаете? не понимаю. Если она слабая актриса, если она позволяет себе подобные выкрутасы, почему она до сих пор находится Но в штате понимаете, театра? Значит, я хочу вам сказать следующее: она способная актриса, вот я не хочу говорить слабая. она просто не хочет работать в театре, ей хочется подмять театр под себя так, как она считает нужным. Понимаете? Она не хочет работать в театре. У нее, она за это время сыграла в театре пять ролей. В этих ролях от главные роли Островский, главные роли Лермонтов, Маскарад угу. и главные роли Островский, Гоголь, понимаете? Но она не хочет этим заниматься. Это ей надо подстраиваться под нее, надо не понимаю. А почему вам эти проблемы? Выгоните ее. Но ну, вы знаете, что этот вопрос сейчас стоит, потому что она пошла уже в таких каких-то вещах. Понимаете, она постоянно лжет по отношению к театру. Я вас не понимаю. Да, лжет, лжет и лжет. Но она оболгала не только театр, она уже оболгала сейчас и Павла Архиповича Загребельного, и вот у вас в газете он ей ответил и попросил ее, порекомендовал ей жить, жить честно. Вот. Но судя по ее последнему выступлению на пятом канале, как-то э, мысли Павла Архиповича не дошли э, до нее. В последнее время она оболгала актеров театра. Она заявила, что они все почти клоны. У меня есть письмо. 40 артистов, которые не хотят с ней выходить на площадку. Мне 40, приходится... 40 клонов, да? Да, 40 клонов. Мне приходится выходить и просить артистов, чтобы они вот сегодня с ней поиграли. Знаете, и не только артистов. У меня есть 30 человек обслуживающих цехов, которые возмущены ее поведением. Есть глубокое заблуждение. И у той же Ады Николаевны Роговцевой, и у Сумской, и у многих других. О том, что театры существуют для того, чтобы вот их обслуживать. Поэтому, когда возникают вот такие вот вещи у премьерш, то это антреприза. Это героиня и там дрессированный гарнир рядом. Ну, я против этого. Я учился у Георгия Санчета -Встоногова. И вот эти принципы человеческого театра, где все играют одно, и надо идти на жертвы. Ваш конфликт с министерством культуры сегодня исчерпан или нет? Вы знаете, опять я не могу вам сказать. Думаю, что нет. Но, во-первых, неделю тому назад закрыли уголовное дело, которое было в прокуратуре по отношению к нашему театру по факту. Логично, логично, что если Голосеевский суд признал, что у нас нет никаких нарушений по аренде. КРУ Украины то же самое сделала, то этот приказ должен быть отменен. Но он пока не отменен. Теперь вот за последние три недели к нам обрушилась еще одна проверка. Счетной палаты теперь. И вот только что она ушла. Понимаете? И она тоже ничего не нашла. Мало того, она открыла нам глаза на какие-то вещи. Вы знаете, представители сказали, что мы в числе очень немногих, двух-трех учреждений культуры на Украине, которые дают прибыль. Понимаете? Да, действительно. Ну, И зал вот... полон, когда я не приду да, в театр, да, зал полон. Когда, э, при том, что у нас идет великая русская классика, у нас идет великая украинская классика. Поэтому мне представляется, что этот конфликт должен быть исчерпан. И я надеюсь, что вот назначенный новый министр, мне сказали сегодня, он уже назначенный, понимаете, он должен принять какое-то решение, потому что это ненормально. Мне приходилось слышать, что тем, что вы стали первыми в череде таких скандалов, вы спасли или на какое-то время отложили подобный конфликт с театром Франко, с Богданом Ступкой? Не только с ним. Я знаю, что какие-то тучи сгущались над Мертвым Михайловичем Вантухом. И над другими представителями. Мы, да, действительно, знаете, никто не ожидал такого сопротивления, и мы просто сыграли роль Киевской Руси. Как в кино, которая, они были первыми. Да, Киевской Руси, которая значит, закрыла для Европы татаро-монгольская иго на какое-то на два века. Знаете, вот у Черчилля есть такая замечательная фраза, которая мне очень нравится. В чем отличие политика и государственного деятеля? Я почему это говорю? Потому что я работал с 14, с 14 министрами культуры. Бедный вы, бедный. Да. Так вот, Черчилль сказал, что политик думает о предстоящих выборах, а государственные деятели думают о судьбе будущих поколений. Мне бы очень хотелось, чтобы руководители Министерства культуры были государственными деятелями. У вас есть обида на Оксану Белозер? Что вы вообще о ней сегодня думаете? Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что она мало в чем виновата. Я повторяю, я думаю, что ей наговорили гадости. Кто? Не знаю. Наговорили гадости про театр. Вот. Про меня лично. Может быть, наговорили гадости кому-то еще из власти повыше. Белозир. Потому что когда она со мной разговаривала, мы с ней разговаривали один раз. Я был у нее на приеме. И в тоне ее разговора и в том, как она со мной говорила, я слышал интонации актеров. Каких? Из антреприз. Она мне резко говорила о том, что вы диктатор, вы узурпатор. Знаете, мне это очень грустно было слышать. Потому что я вообще не уволил ни одного человека. Я всем в театре давал шанс, но очевидно тем, кто хотел работать, понимаете, это важно. Вот. но очевидно ей вот наговорили, и она под этим влиянием и вы знаете, в этом отношении есть еще одна интересная штука. Когда-то, вот, когда я печатался в фактах, я написал такую статью отклики которой, ну, в общем, их было очень много. Я написал статью, которая называлась «Проблема Яга». Мне кажется, это проблема для любого руководителя. От президента страны до руководителя жил контор. Потому что в жизни очень трудно распознать, кто твой Яга и кто твой Кассио. Кто твой друг, который советует тебе во имя дела, а кто тот, который использует своим советом тебя для того, чтобы добиться каких-то своих целей. И вот мне представляется, что вот этот круг информаторов и дезинформаторов, советчиков, вот той же Оксаны Владимировны, был вот не лучший. Вам не казалось, что в прошлом эстрадная певица даже из самых лучших побуждений, не готовы быть министром культуры по своему масштабу, по уровню понимания проблем культуры? Ну, в общем, я думаю, что, знаете, ей нужно было учиться. Вот если бы она понимала это и училась бы, может быть, из нее бы и вышел замечательный министр культуры. Потом у нас с Оксаной Владимировной был еще один была одна встреча до этого во время кампании избирательной на телевидении. И тогда вот она мне сказала, ну мы с вами-то все найдем общий язык. Имея в виду, мы деятели искусства. И вы понадеялись. Даже не в этом дело. Дело в том, что вдруг, когда она стала министром, что-то нарушилось. Я думаю, что не она до конца в этом виновата. Нет. Михаил Юрьевич, конфликт в театре Франко происходит, в отличие от конфликта вашего с Министерством культуры, между самими актерами. Причем между какими актерами? Мы видим, что и Анатолий Хостякоев, и Богдан Бенюк, безусловно, прекрасные актеры, выступают единым фронтом против своего художественного руководителя, великого, на мой взгляд, актера Богдана Ступки. Дошло до того, что Богдан Бенюк в интервью в Бульваре заявляет, что Ступка как художественный руководитель нам не годится, уж лучше бы пришел Виктюк или Желдок. Что вы об этом думаете? Вы знаете что? Мне об этом говорить очень трудно. И я думаю, что я вас разочарую. Во-первых, я считаю Богдана Сирестовича, как и вы, великим артистом. Во-вторых, я считаю замечательными актерами и Толю Хостякоева, и Богдана Бенюка. Но обсуждать публично этот конфликт, я считаю, что я не имею права. Сегодняшний современный театр, на мой взгляд, отдает какой-то мертвечиной. Нет э, хороших современных пьес, какие были, между прочим, в советское время. Начиная от пьес Корничука, заканчивая пьесами, я не знаю, Коломийца, Зарудного, которые э, чувствовали момент, чувствовали, на каком этапе находится общество и умели сделать хорошие конъюнктурные иногда, но тем не менее хорошего уровня пьесы. Сегодня этих пьес нет. Сегодня в театр по большому счету ходить уже не так интересно. Все-таки Островский давным-давно пересмотрен. Гоголь тоже. Западная классика тоже. Мы все уже знаем. Мы видели в разных театрах эти спектакли. Хочется чего-то современного, свежего, нового, а его нет. Как вы считаете, театр... Будет терять зрителей из-за этого или нет? Нет. Я думаю, что, как вы знаете, в Юльбе Яровой есть такой персонаж, этот самый священник, который говорит, позвольте вам, уважаемая, возразить во пяти пунктах. Начну сразу с пункта пятого. Вот я хочу вам возразить во пяти пунктах. Во-первых, и Островский, и Гоголь. Это великие классики, которые никогда не станут мертвыми, если при одном условии если люди, которые их воплощают, живут современными это идеями и умеют в сегодняшних выразительных средствах их воплотить. Поэтому я думаю, что театру это не грозит, и каждый раз в них открывается что-то новое. Я сейчас вернусь еще к этому. А что касается современных пьес, да, их нету. Это драматическая история, но я думаю, что это передышка. Знаете, передышка, есть определенная такая передышка, хотя она уже заканчивается. Вот послезавтра у нас в театре будет премьера молодежного спектакля для молодежи, который написал 23-летний белорусский драматург Андрей Курейчик. Вот. Пьеса, мы поставили ее на дипломном курсе моем, во Львове она получила все первые призы, и мы ее перенесли сейчас на нашу сцену. Это спектакль о молодежи. Это спектакль, который очень остро волнует молодежь. Если у вас будет время э, прийти и посмотреть час сорок», это, по-моему, это интересное зрелище. И зрелище и содержательность этого. Поэтому я думаю, что это будет развиваться каким-то образом. Я оставил Корничука, у него были хорошие пьесы. И, по-моему, ну так, начали хаять его незаслуженно. незаслуженно я абсолютно. ставил Зарудного. Во всяком случае, пьеса Зарудного ⁇ Тыл ⁇ это очень серьезная пьеса о Великой Отечественной войне, в которой он сам принимал участие. Вот. Так что я думаю... А что... Какой вампилов был, помните? А? Нет, ну вампилов это вообще классик 20 века, второй половины. Вампилов, Рощин, Зорин. Арбузов. Вот. Арбузов, но... Вот послезавтра у нас в Театральном институте будет теоретическая конференция по поводу 160-летия основателя украинской великой драматургии, такой Ивана Карпевича Карпенко-Карова. Вот мне надо будет там выступать на этой конференции. Тезисно я могу сказать одно. Может быть, государственные деятели Украины, министры, заместители министров, задумались над таким странным парадоксом. Карпенко Карой – великий драматург. Он стоит в одном ряду с Островским в России, в одном ряду с Мольером во Франции. Почему пьесы Карпенко Карова так мало идут в театрах Украины? И почему пьесы Островского так мощно идут во всей России. А ведь эти драматурги одного понятия. Я вам скажу почему. Потому что да, надо сломать, сломать, представление и не играть Карпенко-Карова фольклорно в плюс к вам перфекте. Надо, чтобы были артисты, которые бы вопреки этому попытались посмотреть на это свежими нынешними очами чтобы у них техника актерская была такая. И режиссеры, которые бы это сделали. Потому что люди находятся в плену. Вот мы поставили «Каменный властелин» по-другому. Нам аплодировала Москва, нам аплодировал Санкт-Петербург. У нас идет спектакль. Это трудно, но это необходимо. Мне кажется, это главная проблема. Когда-то я говорил Сергею Данченко, когда он был руководителем Союза еще. Я говорю, Сережа, вот надо сделать вообще мемориальный театр Карпенко-Карова и пригласить первым поставить Копенко-Карова или Роберта Стуруа, или Некрюшеса. Потрясающе. Потому что они, вне, они с одной стороны великие режиссеры, но на них а не с другой давит стороны вериги мертвых да. традиций на них не давят. Но, к сожалению, это не произошло, но это очень серьезная проблема. И вот вместо того, чтобы драться с театром Лыси Украинки и писать пасквили в прокуратуру на театр, вот, если бы Министерство культуры и туризма занялось бы этим, я думаю, что ну, поставило бы себе хотя бы эту проблему. Поэтому это, это серьезная тоже проблема. Но я бы не отвечал вам, если бы вы не затронули вопрос о классике, и если бы вы не сказали, что вот классика уже все интересно, все что было, все уже скучно, нет, не скучно. Я думаю, что э, привлечь людей в театр и сегодня для режиссеров нет другой проблемы. И вы знаете, я смотрю, как многие авангардные режиссеры ее решают. Э, даже вот Желдок напугал Солженицына своей трактовкой его произведения. Уж такого человека напугать сложно после ГУЛАГа. Тем не менее, я думаю, что вы видели эти спектакли, когда лают собаки на сцене прямо, когда ну, такая уже жизненная все... Я даже не знаю, как это точно выразиться, когда настолько все близко к правде и настолько все близко к жизни, что люди находятся в шоке. Тем не менее, на мой взгляд, даже такая трактовка, она интересна, потому что такого еще не было. Как вы считаете, как режиссер... Вы знаете, что, во-первых, я даже в печати писал о том, что Желдок является моим полуучеником. Он как-то, с одной стороны, оскорбился, потому что, действительно, когда я уехал в Новосибирск, вот, и когда у меня был конфликт с ЦК партии Украины, очень сильный, и лично со Щербицким, вот, я стал руководителем на три года Красного факела. Да. То Желдок приехал ко мне учиться. Я дал комнату ему, его жене и маленькому сыну. Он у меня два года был там ассистентом. Я его тогда устроил к Васильеву на заочную режиссуру. Вот. Я думаю, что он талантливый человек, но вот то, что он делает, это эпатаж. Это на два-три спектакля. Это не театр? Нет, это другой театр. Но театр? Это... Да, может быть, это театр. Это театр фестивальный. Это театр, который бы вот приехать в город и сыграть 2-3 спектакля. Это шоу Все, правда? не больше. Да. И он это очень мощно понимает, умеет, и на этом он пошел. Первый его спектакль был замечательный в театре Франка. Его был диплом, когда он ставил по Вениченко момент. Там, кстати, замечательно играл Бенеук. Замечательно играл такой актер. Там, блистательный был актер Сиротенко и, mm -hmm. и Цимбалист. Но в этом отношении, знаете, вот есть такое понимание. Вот демократы знают, чего они не хотят. Вот чего они хотят, они не знают. Знаете, кто это сказал? Кромбель 400 лет тому назад. Вот желток отлично знает, чего он не хочет. А вот чего он хочет в искусстве, я не понимаю. Кроме того, что он хочет э, выскочить на каком-то вот таком вот э, материале. Михаил Юрьевич, я думаю, что э, за долгие годы работы режиссером, в том числе и художественным руководителем театра Леси Украинки, у вас есть какие-то клише, от которых вы сами хотите отказаться, но не можете. Э, это существует такая проблема у вас или нет? Вы знаете, она существует у каждого режиссера, и она существует у каждого актера. Она есть и у меня. Я пытаюсь с ней бороться. Результаты этой борьбы может оценить только зритель. Если зритель сегодня голосует своими ногами и деньгами, деньгами. Да, деньгами на классику, Значит, мы это делаем каким-то образом интересно. Если мы сейчас возобновили спектакль «Насмешливое мое счастье», вот, и на него э, люди идут, значит, мы почуяли, и он другой, чем был раньше, значит, мы почуяли что-то современное. Хотя эта проблема у просто способного человека, а я себя считаю просто способным человеком, она должна его все время волновать. И меня она волнует. Вот сейчас я начинаю думать над Дон Кихотом. Испанское посольство предложило нам поставить Дон Кихот Булгакова. В связи с тем, что в этом году и в следующем весь мир празднует 400-летие этой э, книжки Сервантеса. И вот, начиная думать над этим, я начинаю бороться с христоматийным внутренним моим отношением к этому. Талантливые люди на грани гениальности, они об этом могут не думать. Поэтому это серьезная проблема, которой надо, мне кажется, заниматься ежедневно. Какой-то должен быть такой звоночек в голове. В театре особенный воздух, особенный запах. А вот за несколько минут перед тем, как откроется сцена и начнется это действие, даже не скажешь, действующее священнодействие. Вы ощущаете волнение, или все уже идет по накатанной колее? Нет, вы знаете, я честно вам скажу, я знаю, что ниже какого-то уровня спектакль не пройдет. Но иногда возникают какие-то моменты, когда играют артисты немножко хуже, чем они могли бы играть. Вот тогда возникает некая тремула. Очень большая тремула и волнение возникает на премьерных спектаклях. Потому что никто не знает, как среагирует Зритель, никто. Ну, почти никто. Есть такие великие режиссеры, которые это жалеют. Прогнозируют, да? Так, да. вы знаете, вот мне рассказывал Красборовский, что в театре Франка был такой режиссер Борис Александрович Балабан, ученик э, Леся Курбаса. Он был другой режиссер. Он говорил, значит, так, вы входите, вешаете калоши, потом идете сюда, потом говорите это. Стоп, тут будут аплодисменты. Идем дальше. Это, это, тут будут реакции. Я не могу этого сказать. Поэтому каждая встреча новая, она, конечно, загадка. И, конечно, это волнительно. И, знаете, тот, кто отдал себя театру, только знает, что эти муки творчества, они не отменены они существуют все время. Причем театр вообще загадочная вещь. Вот, знаете, Жан-Луи Баро, блистательный французский актер и режиссер, он заканчивает свою книгу такими словами, которые откликаются в сердце каждого, кто любит театр и кто отдал свою жизнь театру. В театре никогда не выигрываешь. И чем больше у тебя друзей, тем больше у тебя врагов. Это опять, это объективная вещь. Потому что театр строится на растоптанных самолюбиях. Это не я сказал. Это сказал Константин Сергеевич Станиславский. И некие секретари горкомов были возмущены, когда я написал статью в «Правде» и привел эту цитату, потому что говорили, как это наш топный самолет. В Советском театре да, этого не это может быть. может быть. Понимаете? Человек человеку друг, товарищ и брат. Вот. Так что это, это все проблемы творчества, которые... Существует Михаил Юрьевич, вы волнуетесь, значит, вы живы. Если, Очевидно. Если вы живы, значит жив театр, который вы возглавляете. И пусть живет. Я благодарен вам за эту беседу. Желаю вам прекрасных постановок, прекрасных новых ролей вашим актерам. Держитесь. Спасибо. 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 Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був народний артист України, художній керівник та генеральний директор Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайло Різнікович.